Привет всем. Все мои три подписчика спрашивают, где я живу. Ну, живу я вот в этом здании. Называется Панорама. И находится он напротив главной площади Ничанга. Вон Лотос, главная площадь. В этом видео я покажу вам небольшой рум-тур, обзор квартиры, которую я снимаю. Правда, я еще ни разу не был наверху, вот на том бассейне на 40-м этаже. Панорама, так и называется. Вот тут это мы завтракали за 160 донгов, если заранее бронировать. Сейчас я вставочку сделаю с Михаилом, с другом. Михаил, сегодня для разнообразия решили покушать пятерки, да? Вот здесь мясо, выбор много мяса. То есть мы разного понабрали. Я вот, да, я вот разные себе с зеленью. Как Михаил говорит, мясо нужно есть обязательно с овощами, с зеленью. Я вот взял бекон и помидорчиков. И тут тоже. Вкусно, да? Нежное, нежное мясо. А вот эти вот, которые с рыбой, они вообще прям нежная-нежная рыба, там филе рыбы. Да, нежно. И такие вот пирожные тоже. Пойдем за салатиками, за фруктами. А, сок гуавы, раньше не было, сок гуавы. Вкусный очень, я попробовал. Вот так выглядит холл панорамы. Пойдем туда, где нам двери открывают. Вообще это отель Империан. И здесь же апартаменты. Вот стойка с апартаментами. Я арендую апартаменты, а не отель. Здесь 9 лифтов. И фиг уедешь. Ой, убрались. Ох, какие молодцы, убрались. Я даже не ожидал. Все помыли, всю посуду помыли, все заправили. Убрались. Офигенно. Молодцы. И тут вот такой вот вид у меня. На морюшко море. Как по привычке, океан на месте. Вот тут можно сидеть, винишко пить, наслаждаться жизнью. Я только с моря пришел. Вот они кофе положили, все положили, убрали. Молодцы. Там такая ванна с большущим окном. Окно в мою жизнь. Вот, вот, видите. Ну, естественно, закрывается. Тут такая штука есть. Хоп. Изнутри. Вот как-то так. Такое вот жилище. Небольшая кухня, я тут тоже готовлю иногда, но очень редко. Как вы видели, лапшу ел. Или не видели, не помню, показывал, нет. Но вид, конечно, офигенный. Когда спишь, просыпаешься с утра, и ты видишь вот такой вот вид. В бесконечность просто. А так номер маленький, да, тут все, что надо, есть. Вот на ноутбуке я монтирую все видео, делаю. Вот так лежа прям лежу
и монтирую все для любимого Ютуба. Потом покажу еще 40-й этаж, сходим. Там бассейн большой, но он платный даже для жильцов. Собственно, вот 6-й этаж.